Прогресс добрался и до саровского общественного транспорта. Теперь при входе в автобус горожанам больше не нужно возиться с мелочью. Достаточно приложить транспортную или банковскую карту к специальному стационарному валидатору, который после успешного прохождения операции выдаст пассажиру чек об оплате. Можно расплатиться с помощью транспортной карты или с помощью банковской карты, если она у вас бесконтактная, просто приложив эту карту к терминалу. Автоматизированная система контроля оплаты проезда действует на муниципальных маршрутах еще с апреля прошлого года. Валидаторы в виде ручных терминалов появились у кондукторов на всех автобусных рейсах. Ими продолжат пользоваться и после внедрения стационарных аппаратов. Заплатить за проезд по-прежнему можно будет у кондуктора или водителя автобуса. Транспортные карты можно приобрести в Горавтотрансе, но это будет транспортная карта только как проездной билет. Либо юридическое лицо, либо физическое лицо. Покупаете либо на 30 дней, либо на 60 дней. Приобрести транспортную карту можно на Почте России. Только после покупки ее баланс необходимо пополнить через банкомат или мобильную систему оплаты. Продают такие транспортные карты и в отделениях Сбербанка при условии, что гражданин сразу внесет на счет 200 рублей. На карту записывается один тариф, либо электронный кошелек. Туда кладутся деньги минимум 50 рублей и максимум 14 999. Либо вы берете тариф проездной. И там выбираете, какой лучше вам проездной. 2 месяца, 1 месяц. Если вы откатались проездной и вам захотелось электронный кошелек, тогда нужно идти на почту или в Сбербанк, чтобы вам перепрограммировали карту. Единый социальный проездной билет и абонемент, а также проездные билеты для школьников и студентов на бумажных носителях будут действительны до конца января. Персональную льготную карту следует получить до 1 февраля. Оформить ее можно на автостанции Тупиковой и в многофункциональном центре. Более подробной информации по телефону 977-68. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.